Привет! Сегодня мы будем... Да ну, продолжать, конечно же. Сегодня, в смысле сегодня. Не знаю, что это называется под сегодня, но... Сегодня все же у нас, смотрите-ка. Что-то случилось, ничего не случилось. Смотрите, ух ты, смотрите-ка, что я вижу! Я сейчас только что открыл, смотрите, о! Тут нужно вылечить 10 динозавров, 20 фотографий сделать, смотрите-ка. Спасти 20 рабочих, найти... А, это эти штучки 20. А, 20 штук, это вообще надо найти. Везде. Кристаллики и гонки надо завершить. Ух ты. Сколько здесь всего. И красные блоки тоже 20 их. Ну, отлично. Набивали, нам нужно бежать найти центр исследовательский. А вот и он. Ха! Как-то мы быстро нашли его. Что это? А, карта, карта. Так, здесь что такое? Ручка вращения. Вращение происходит. А, и там уже, кстати, миссия начинается. О! Хоть здесь будет поменьше времени. И, кажется, я понял, почему у меня вылетает. Говорили, я где-то читал в отзывах, что там вылетает при достижении 100%. То есть, так как я собираю 100% монеток в уровне, из-за этого вылетает в конце. Поэтому, мне кажется, нужно не собирать их. Но я буду собирать, по крайней мере, ну... Я буду... Ладно, по крайней мере, я буду ломать меньше. Уж так и быть. Я буду ломать меньше и использовать только... Только такое, что подозрительно очень. Так. Отлично, побежали. Нет. Ладно. Я хотел обойти. I'm Mr. DNA. Так, and I make learning fun. Длинный хвост велоцираптора поддерживается в прямом положении благодаря длинным костяным стержням, выходящим из хвостовых костей. Ух ты, смотрите, вертолет на крыше. А, да, это последний уровень на острове. Я вам спойлерю. Нет, 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 нормально. Все, это последний уровень на острове, потом будет нас не на острове. Вот так вот. Да, я не буду собирать 100% здесь монеток. Посмотрим, вылетит или нет. Тираннозавры подвержены действию паразитов ротовой полости, которые переносят их пернатые родственники. Аптозавр не может жевать, он вынужден проглатывать пищу целиком. А как выглядит аптозавр? Нет, неизвестно. Смотрите, вот этого типа, да, можно поиграть, кстати, по-моему. Ну, я прочитал, что можно в него можно играть. Именно прочитал, да. Смотрите-ка, но не видел. Интересно, как можно играть? Он может ходить, что ли? Да, по идее, в фильме он был, смотрите, у него, видите, голова прозрачная. Потому что головы у него не было, у него были только глаза и рот. Глаза и рот, и все. То есть... Ну, прозрачная голова, потому что... Нельзя же сделать лего-детальку глаза и лего-детальки рот. Лего-детальки брови. Глупости. Такой счастливый. Про динозавров нельзя сказать, теплокровные они или хладнокровные. Тираннозавры подвержены... А, вот они. Чтобы зубы были в порядке, нужно регулярно проходить проверку. Тираннозавров, да? А, это вообще... Так. Ладно, пока загружается. Я серьезно, я хочу подождать, пока загружается. Смотрите-ка, лампочки у нас тут разноцветные. Синие, оранжевые. Снизу находится... Ну, наконец-то. Они пришли. Ник! Ник! Кого они ищут? Они Ник что... Ганон! Он якобы... Он жив, что ли? Он потерялся всего лишь? А-а-а! О, сразу начинается, сразу... И неужели ничего не упустилось? Так, что такое? Битва динозавров? Нет, не битва. Надо найти... Надо... позвонить вертолетчикам. Вертолетчикам срочно. Там-там-там-там. Что у нас тут? Да, не собирать точно, надо не собирать. Не собирать ничего. 100% попробую не собрать. Нет, не собирать монетки. Буду собирать только то, что нужно. Вот здесь, допустим, это нужно, я вижу. А, не хватает крюка. Надо найти крюк. Ну, тут уж что поделать. Надо найти крюк. Придется сломать все. Но монетки лучше мало собирать. Так. Ну, если не соберем, то не так уж и важно. Вот. Опа! Неожиданно. Ну, что-то такое, да. Ну, хоть разнообразивает геймплей. Разнообразивает. Так. А, отлично. Отлично. Все. А.
Где он? А, он там остался, ну понятно, что он не может пройти туда. Зачем это? А, один из трех, ясно. Вот здесь точно есть рукоятка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Извините. Опять. Опять. А вот да, это крючок, не рукоятка. И цепляем. Да, это какой-то новый элемент слова геймплея. Только могут взаимодействовать все персонажи. Зачем это делать, кстати? Что это у нас тут? А, подкрутить нужно рукоятку. Оно само работает. Он... Давай. Так, здесь видно, где остальные эти люди? Ох. Ладно, видимо, нужно идти вперед. Там только темнота, и нужно найти. Не подходи близко к этой гадости. Но никого там темнота, да, нужно зайти туда. Па! Сражение! Тау! Да вы что? Да вы что? Кто меня убил? Как вы не меня любите, если я бил все время? Ладно, беги скорее в пещеру. Поздно. Он не может бить пока с фонариком, отлично. Тьма. О! Я снова качать рубильник, вы что? Ой. Это что-то опять повторяется, да? Машина, зачем машина-то? Пам. А, это пароход под машину. Он что, он радуется или боится? Боится, понятно. Так, так. Так, куда вы пошли за мной-то? Вот еще тарелка, можно собрать. Знак. Дорожный, не собирать. Нет. Вот здесь, наверное, сломать нужно обязательно. Нет, нельзя. Опа! Ну отлично просто! Такие, они молодцы сделали в неожиданных местах. То есть я нужно взаимодействовать с чем-то, а тут динозавр скакивает. Это не страшно, это просто неожиданно. Тебе нужен наклейка с изображением. А, тебе нужно включить щит, наверное, энергию включить надо. Не работает энергия, да? Что он боится? Там кто-то есть. Ну, ладно. Ладно, возможно, надо включить энергию потом. Так, что у нас тут? Ага, опять они, ну, вот эти самые противные динозавры. Те хотя бы большие, эти мелкие, они такие... Они такие противные, они... А, да, ах, да, они же были в фильме. Их так, они атакуют группами. А, кстати, одного из них съели, как раз так. Противные маги. Это не детеныши, это настоящие динозавры. Или детеныши. Нет, это детеныши. Детеныши велоцирапторов, точно. Они маленькие, но противные. Просто такой группой. Стоп, опять эта штука? Ладно, придется сломать, найти что-либо. Что-либо. Все, убедюсь в своей правоте. В смысле в том, что нужно что-то тут. Ну вдруг можно разрушать блоки таким образом. Ну нет. А вы чё? Вот, наконец-то. Так. Можно максимально точно найти. Или нет? Да, это как это, как хоббит. Хоббит. Кстати. Давайте я вам расскажу догадку о хоббите. Как вы знаете, Лего, игра Лего Хоббит по двум фильмам. Да? Значит, вот. А битва пяти войск там нет. Разработчики сказали, что они не будут делать DLC для Лего Хоббита. Но потом положение следует. Все спрашивали, будут ли они делать продолжение, то есть битва хоббитов. Они говорят, что не будут делать DLC. Значит, это будет новая игра, в которой будет третий фильм про хоббита. Что за фигня? Что за фигня-то? Вот. Понимаете, новая игра про хоббита или что-то? Лего Хоббит 2, или может быть Лего Средиземье? То есть как объединяет две игры, ну якобы Лего Star Wars.
как там это, Complete Saga, да? Объединяет две игры и что-то новое добавляется, то есть третий эпизод. Третий фильм про Хоббита. Либо это будет, смотрите-ка, какая-нибудь... Либо это будет Средиземье, либо будет особая игра, где не только Средиземье, либо, возможно, когда-нибудь потом выйдет какой-нибудь еще фильм. По Средиземью будет фильм. Там, я не знаю, есть какие-то еще книжки какие-то. Вроде бы, а может нет. Поехали, что ли, на машине. И это будет игра Лего Хобби 2, то есть как Лего Индиана Джонс 2. О, поворот неожиданный. О, опять поворот неожиданный. Или так было в фильме, я не помню, я забыл, что в фильме было. Я в этом моменте плохо смотрел, да. Беги! Куда? Вот здесь укрыться. Заходите в бункер. Продолжаем. Это свет мигает или специально нет? Нужен ключ. О, смотрите, он не может там, он работает. Раскрывает дверь. Так. Рабочий погиб. Я помню этот момент, да. Сейчас будет прикол. Они не могут найти свет. Отсюда копируем. Смотрите-ка, танцующий скелетик. Он есть в этой игре, танцующий скелетик. Это круто. Все же они сделали, это отлично. Та-да-да-да. Яхо. Вот давайте сделаем по сюжету так. Так. Да. Речок. Так, тут что-то есть. Скрытое, нет? Нет. Грибочки ломать не буду, я же говорю, что-то забываю. Отлично, просто пнуть. Нет! Не падай. Не пугайте так меня, вы чё? Надо повисеть немного. Ну, кто мог подумать? Ну специально повисеть, чтобы пройти. Только с нормально прыгать. Опять неожиданно. Мне нравится новая штучка, да? Неожиданное падение. И он убежал, просто убежал. Надо заходить туда. Там тьма. Тьма. Поглотила Средиземье. Так. Зачем? Два персонажа нужно, конечно. Высади сюда. Нет, наоборот нужно сесть. Или нет, слушайте, погодите, сможешь? Погодите, сможет мне? Да! Что на меня написали, что могут... Только маленькие персонажи могут. То есть большие могут только маленькие поднимать. Но нет. Видимо, любых. Извините. Я закашлялся. Я тебя прыгать просто, да? Нет, это шест, я лаз не. Может не шест, ладно. Это якобы опасно, страшно. Или не опасно? Ура! Понятно все. Вот это все тоже новый. Иди на. Новая фишка, да? Так, давай ты лезь. Ну что? Сюжету фильма, как говорится, буду делать. А так по сюжету все происходит. Так, что здесь сломать? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Извините. Опять не удержался. Прям так нравится эта музыка. Вроде бы сначала не нравится, но потом начинает нравиться после четвертого фильма, ага. После третьего. На пять, ну отлично. С, да? С. Другой, на мой взгляд, управление на клавиатуре достаточно удобное. То есть... Вот в фильме было вот так все. Ну, только не совсем так. Интересно, будет ли тот момент, который в фильме был? Не скажу, что там было, но... Это опять тот же самый автомат игровой. Не игровой, а съедобный. Что это такое? Вот тут что-то... Чё особенного? Там что-то сделать. В смысле, там внизу нужно сфотографировать? Нет, там лаз.
О! Извините, испугался сына, да? Испугался я! Да ну! Этого. Это не смешно что-то. Обычно смешные заставки, но нет, это... Ну как смешно. И что, упадет-то, да? Два персонажа нужно. Прыгай тоже. А, собирать нужно. Куда ты? Бьем по кнопке. Нажимаем. Там бонус! Ладно. А, уже идет заставка. Где? Вижу, нас смотаем, ждем. Динозавр ждет такой. Так чё? О! Вот чё он ждет-то, динозавр дурацкий. Вот момент фейс фильма. Но. Да, с динозавром был ожидаем, что случится вот такое. Но. Так, безумие продолжается. Эй, Цвет, там кто-то из наших. Надо спасти его. А, это вот это он. А, это он тот самый тип. Так, отлично, бежим. Контрольная точка. Это как, знаете что? Вспомню, что там такое было, похоже, что там. Так, запись идет, да? Контроль, это как... А, добавочное время. Так, сохранение прямо внизу, а чё не сверху-то? Чё-то какой-то обман. А, ладно, я ж не собираю монетки, точно. Надо искать только подозрительные предметы. Там надо чинить машинку. Можно, конечно, собирать, но придется из-за этого каждый раз из-за вылетов выходить. О! Вот здесь чё-то точно нужно сделать, да? Нет. Ну вот здесь точно нужно что-то сделать. Ведь я уже почти собрал снова, опять, как эта гадость. Ладно, тут ничего нет. Вот здесь точно подозрительно. Ну конечно же. Прыжок платформы, да? Ой. О, нас вызвали уже на помощь. Фонариком вызвали на помощь, отлично. А, или он уже вызвал на помощь по рации. Теперь надо добраться до вертолета. Сейчас будет на момент из фильма, наверное, конечно будет, блин. Вау, отлично. Прикольно сделал, смотрите, они такие прыгают. Зачем? Нет, не собирай монетки. Там ничего не надо. О! Опасность. Сейчас выскочит динозавр снизу, да? Да, блин. Да! Кто бы мог придумать, но этот момент был ожидаем, потому что я подозревал, что именно здесь, в этом моменте, выпрыгнет кто-либо. Ара! Что они такие бегают? Давай бегай дальше. Нет. А ты чё не бегаешь-то? Чё-то он в этом в эпизоде не полезет совсем. Чё боится? Чё делать-то? Ящики полезности. Нет. Чините, вот туда, наверное, нужно идти. Вот, лестница. Скорее. Опа! Вот момент из фильма тоже. Смысл сделать, нужно черепки обрушить. Разные кнопки нажимать. Только это не он рушил, слушайте, спускайся оттуда. Это не он рушил. Не тот персонаж, черт побери. Не прошло никак по фильму. Вот стрянная машина. Которую, помните, привозили. А вот наверх надо идти вот так. Так, и что-то нужно сделать? Вызвать антенну. Что это нужно? А, рукоять. Может, снизу она? Он совсем снижённым. Нет рукояти тут. Может, она сверху где-то. Вот, нет. Где рукоять-то? Видимо снизу. А, нет, вот рукоять, да вот рукоять, вы чё? А, нет, не рукоять, вот рукоять! В основе антенны. Отлично сделали прям. Этот уровень мне тоже очень нравится, блин. Блин, хоть второй фильм мне понравился меньше, но уровень по второму фильму, они офигительные.
А может мне не. Он может фильм мне понравился, а? Может я ошибся. Может быть мое мнение ошибочно. Так, кто стреляет, может никто? Ладно, вертолет, бежим на вертолет. Спасаемся. Как так? А где эти типы? Они же тоже были всегда. А, они потом прилетят, понятно. Они схватили его, да. Сейчас вот они. Все, наши схватили тоже. Посмотрим на вылет. Ладно, я сейчас на записи включу, сразу поставлю после невылета. До новых встреч!